В спортивном комплексе «50 лет Победы» стартовал чемпионат республики по волейболу сидя. Отличительная особенность нынешних соревнований – разделение мужских и женских команд. Всего участвуют 136 спортсменов из Чурапчинского, Амгинского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Емегино-Кангаласского, Улусов, а также из города Якутска. Правила сидячего волейбола имеют два главных отличия от традиционного регламента. Во-первых, игроки передней линии принимающей стороны имеют право блокировать подачу. Во-вторых, в момент касания мяча спортсмену не разрешается отрывать точку опоры от пола. Ну а такие нюансы, как счет, замены, переходы, перерывы, не отличаются от традиционного волейбола. Отдельно женщины, мы, например, наш Нюрбинский Улус первый раз играет в этом состязании. Мы еще не играли. Поэтому мы должны себя показать в этом плане.